Короче, у нас там по нашим обещалкам, да, 8-й левел лора. Поехали. Фан-фан, здорово. Смотрите, что мне дали. Какую карту волшебную. 44-ку понерфит. А что, сегодня день дальнобойщиков, что ли? А, Волков, Вова, этот самый император в Топсе отдыхает. У него там через 3 дня день рождения, не знаю, то ли у него родители к дню рождения его решили в концу лета пацана вывести на этот самый к морю. Катя, не, я не буду переходить. А что мне там делать на каком-то евросервере? Вот как играю, так и играю. ...28 снарядов. Да лорка может и неплохая. Видите, у нас вон у нас кто плохой. Спящий ЛТ. Слушайте, ну как можно... ЛТ вот, он же заходит в бой, да? И чувак, смотрите, 44 тысячи боев. Он заходит в бой, и для него принципиально важно занять позицию, да, там, как правило. Ну, наверное, 90% карт. И вот он попадает... Попасть на Прохоровку, это уже счастье. И чувак попадает на Прохоровку и спит. Вот это я понимаю, сила духа. Не докинул. Не, он, наверное, соленым будет, засоленным. Ну что, достанется мне хоть что-то? ШПТК его заберет, наверное. Не дали мы ему забрать. Утюр зато умер. Гляньте, а этот так и стоит, говнюк. Еще и, смотри. Едь давай. Стоит он, стрелок сраный. Сайтрик, здорово. Перелет. Чуть-чуть зацепили. Ха, имеешь опыт по сливу начальника за вымогательство? Да такое дело. У меня за мою короткую жизнь тоже были чувачки, которые, ну, как бы, слишком нагло себя вели. И в больничке были товарищи после моего участия в их жизни. Я имею в виду по сердечным приступам. Ну, на самом деле, как это, по-разному бывает. И людей ставят в такие условия, что по-другому никак. Слушайте, а как так вот он играет? Он стоит с базы, стреляет наш этот самый ЛТ. Вот, видите, он так и не уехал. Он так и не уехал. Может бот, программа ботовская какая-то стоять? Мне Крым тоже больше нравится. Там горы, особенно ЮБК. Давайте ловлю пацана на взлете. Недолет. Да не светит он нифига, Сайтрик. Если бы он светил, ну как он с того положения? Это разве что ко мне приедут, ну, не сразу. Но мне сейчас это вообще не волнует. У них ЛТшки нет. Серега, то, что если людей больше, море теплее, тут не поспоришь. Это знаете, как анекдот есть, когда мужика вытаскивают из бассейна. И тянут, он кричит, что вы делаете, что, за... что это такое, это произвол, я оплатил абонемент. А ему говорят, слушайте, ну вы оплатили абонемент, но извините, вы ссали в бассейн. Он, так все ссут. А ему, ну не с трехметровой же вышки. Так и здесь, море теплее, да. Слушайте, это ж надо, в
коду, так я чпокнул. Бразан, здорово. Александр Александр Надеждин, здорово. То я тут, знаешь, уже начал переживать по поводу того, что мимо стреляю постоянно, отвлекаясь на чат. Ну и куда ж ты побежишь? Обдурил, зараза. ЛТ так и стоит. Бородатый, конечно же, идти отдыхать. Слушайте, ну я не путаю ПМЖ с туризмом абсолютно никогда. Конечно. Еще один умер на работе. Константин, здорово. Ну тут, знаешь, не все танкисты, Костя. Тут в основном артоводы, возможно. Такой себе танк. Сволочь взял и обманул меня. Вин, ну, во-первых, две арты ж не катаются на этом самом. Две арты нельзя. Две арты ты никак не сыграешь во взводе. Это во-первых. А во-вторых, сегодня я соло. Я своих совзводных обманул. Как говорится, по-тихому пришел. Опять перелет. Денис Абашев, здорово. Ну, это как сапожник без сапог. Жить у моря и не искупаться. Какой-то он хитрый, этот 75-й был. Тут у меня еще один. Слушайте, сейчас всех шотных подобираю. Это если бы... 19 сантиметров смотрел у него, или, подождите, кто ж, или арти 25, я не помню, не буду выдумывать, кто-то недавно челлендж выполнял на 40 фрагов за 20 боев, там ему там деньгу пообещали, вот, и у него не получилось. Дер Украина, моря не будет. Да, ты знаешь, ты не загадывай, оно может раз-два и что-то по-другому пойдет. И море будет, и пляжи, и чайки. Так что мы тебе пожелаем, чтобы у тебя все было хорошо. А, арти, да? Ну, он такой подрастроился. Это там ему еще за пробитие по 500 рублей давали. Чувак, походу, просто поехал умирать. Не, я не хожу за грибами. Я, во-первых, тут местность не знаю. Во-вторых, я такой грибник. Ну, мне вообще не очень нравится, что кругом эти шампиньоны пихают. Шампиньоны. Хочется, конечно, настоящих грибов. Сейчас, правда, тут в местности лисичек валом, но опять же ж. Было время, я помню, приехал когда-то по делам в лес. Ну, не знаю, ну, звучит как-то так странно. Ну, короче, по делам я в лес приехал. Там дерево... те самые чувачки дуб пилили, я к ним за дубом приехал. Вышел на полянку, а там все рыжее, просто рыжее. Так я багажник Волги целый набрал этих... лисичек. Целый багажник. Просто покрывало было. Это покрывало постелил. И даже не надо было никуда идти. Просто хоть косой коси их. Ну, это давно было. Так, что это за прорыв такой? Фига себе. И что-то он еще мансит. А что он мансит, я не пойму.
Короче, тема такая, что надо дергать к ЖД. Слушайте, это конечно смешно, но это, наверное, тот случай, когда ЛТ пригодился на базе. Бред какой-то. Так, пока я тут пуляю, что-то кого-то прозевал. Хом, здорово. Слушай, ну от того, что там писать Крым Украина, он Украиной не станет никак. А если с людьми там поговорить, которые живут, то вообще будет все очень печально. Я не против того, чтобы на стриме там о политике говорили, ну просто там кашлять всякую всячину, только потому что Америка это, Аляска это Россия, ну давайте, что дальше с этим делать? Аляска Россия, эй, кто со мной, поехали, сейчас чубами мерятся. Ну, я думал, и он умрет. Дер Украина. Ну, ракеты над головой летают, знаешь. Люди ко всему, к сожалению, привыкают. Война — это плохо. Мир — это хорошо. Я думаю, ты вот здесь на стриме мне пишешь, и ты точно человек, которому эта война нахер не нужна. Но если бы от нас с тобой зависело что-то, я бы тебе так сказал, давай, давай сейчас объединим усилия и все прекратим. Но, к сожалению, есть процессы, которые... нельзя так просто прекратить. Когда говорят, что мы будем решать дипломатическим путем те или иные там конфликтные ситуации, речь не идет о мирном сосуществовании, потому что война это тоже часть дипломатии. Приднестровье, здорово. А чем Приднестровье рулит? Раньше было такое, что в Приднестровье по документам столько всего типа свозили, ну я имею в виду экономическая тема, что там по идее то, что привезли, до сих пор до Луны должно быть. Один из семь. Чпокнули. Что там еще? 3 минуты почти. Макар, все правильно ты говоришь. Короче, друзья, товарищи, на самом деле, если тут есть специалисты в области политологии или большие специалисты, понимающие, как что работает, дайте фраг. Ага, воина дали. Спасибо. Ну, мы можем об этом поговорить. А если так просто писюнами померяться, то я вам скажу, это не здесь. Это не здесь, потому что есть куча процессов, которых мы ни хера не понимаем. Политика — это просто отношения между определенными элитами политическими. Это как между соседями. Глеб, ага, попал. Но это как это? Я всегда говорю, это просто алгоритм от ВГ. Смотрите. Как получилось, да, я не знаю, победим мы или нет. Не дали мне еще одного. Не знаю, победим мы или нет, но технически мы справились и без светляка. Бодрый кот, здорово. Да, спасибо за воина. 57 секунд.
Как же ж быть, а? Короче, поехал я светить, пока... Ага. Ну и отлично. Так, Макс, а у нас следующий идет 7-й немец. Мы так договаривались. Потом Су-8, потом 212, потом можно опять зациклить на 261. Вася, здорово. Спасибо за то, что и чат приветствуешь. Слушайте, это у нас уже третья или четвертая первая степень, да?